Всем привет! С вами снова Советы от Эксперта. И сегодняшний разговор у нас пойдет по поводу валкообразователей. Компания Kun представляет на рынке Украины новинку – валкообразователь. Название данной машины – Merge Max 950. В сегодняшнем видео я вам покажу и расскажу, как он выглядит, и немножко расскажу о технических характеристиках, и также мы получим первые отзывы от первых владельцев данного агрегата. Для того, чтобы получить вот такую красивую картинку, качественные валки, которые будут содержать в себе все питательные вещества, не будет в них грязи, не будет в них лишних каких-то ненужных материалов, то, скажем, для нашего использования в тех условиях, где мы его будем использовать, это просто идеальный вариант. Так что пошли смотреть, как выглядит данный агрегат. Merge Max 950 – ленточный волкообразователь. Технические характеристики данного агрегата. Рабочая ширина при центральной укладке волков 8,20 и 9,50 метра. При боковой укладке волков 8,80 метра. Ширина волка при центральной укладке волков от 1 до 2,20 метра. Боковая укладка волков до 1,30 метра. Ширина в рабочем положении. Центральная укладка волков 9623. Боковая укладка волков 7623. Высота в рабочем положении 2 метра 179 мм. Ширина в транспортном положении зависит от ширины колес. С транспортными колесами 455 на 22,5 – 3 метра. Также с транспортными колесами 500 на 45 на 22,5 – также 3 метра. Длина в транспортном положении данного агрегата составляет 7,3 метра. Высота в транспортном положении 3,5 метра. Минимальная мощность для вала отбора мощности должна составлять 80 кВт или же 107 лошадиных сил. Скорость вала отбора мощности должна составлять 750, это минимальная, либо 1000 оборотов в минуту. Вес данного агрегата 4 тонны 850 кг. Давление в шинах. При стандартных колесах от 455 на 22,5 должно составлять 2 атмосферы. При широких использовании колес 500 на 45 на 22,5 – 1,6 атмосферы. Итак, это Артем. Он работает с данным агрегатом, с Merge Max 950. Артем, сколько вы уже им проработали, данным агрегатом? Около 1200 гектар. То есть 1200 гектар. В принципе, качество работы, как вы можете сказать? Мне нравится. Вам нравится, да? То есть он с ним удобно работать, он хорошо переворачивает, он может и все собрать, я так понимаю, да, вам удобно. И то есть вам сейчас команду дали, это просто все перевернуть. Да. Хорошо. С каким трактором агрегатируется у вас данный агрегат? Это класс Арион 630, 145 лошадиных сил. Супер. Вообще. То есть у данного агрегата стоит ВОМ и минимальная от 740 до 1000 оборотов. То есть, в принципе, вы держите оптимальные обороты, которые вам нужны, да, в районе 1000 оборотов, да? 850 где-то так, в зависимости от того, где и с какой скоростью мы идем, для того, чтобы он хорошо, качественно подбирал. Также на данном агрегате стоит редуктор, который приводит в действие два гидромотора, которые непосредственно управляют правым и левым крылом. Тоже очень удобно, то есть у данного агрегата есть свой гидравлический бак, и все. С какой скоростью вы ходите? От 14 до 15 километров. Вообще, как там погодные условия, влажность как-то влияет на ваши услуги, условия работы? Вообще, что вы принимаете, как вы вот смотрите на то, что вот сейчас мне надо сделать? То есть перенастройка, настройка, насколько вам это удобно? Ну, регулирую высоту подбора. Если масса маленькая, опускаю чуть ниже. Если большая, поднимаю. Ну, влажное, во влагу не работаем, потому что нельзя. Я понял. Преимущество данного агрегата в том, что высоту, скажем, подбора можно регулировать от 15 до 80 миллиметров. Точно так же, в зависимости от того, какие у нас условия, что вы хотите получить. Принцип работы данного агрегата, у него стоит подборщик, как у пресс-подборщика. То есть, плюс от разница от граблей, то, что грабли с большой скоростью, получается, нам бьют по массе. Они, бывает, перебивают листочки и саму массу. То есть, данный агрегат, когда подбирает аккуратно пальчиками с той высоты, с которой мы, скажем, отрегулировали, он аккуратно подбирает ее, складывает. Он не берет ни палочки там особо, ни грязь, ни песок. То есть, грязь он сюда в основном не поднимает, то, что лишнее нам не нужно.
И с помощью конвейеров мы можем настроить, либо будем в середину сбрасывать, либо будем сбрасывать по двум сторонам, как нам удобно, на разную ширину. Все аккуратно смазывает массу. Данными лыжами, те лыжи у нас являются как копирующие. На данные лыжи я рекомендую, и вам тоже, и вашему инженеру уже сказал, что надо установить пластиковые накладки. Во-первых, лыжи дольше будут ходить, и во-вторых, они не так будут сильно, скажем, прижимать и приминать вот все растительные остатки, которые остались, вот эта стерня. То есть мы покажем, как выглядит красиво вот это все после подбора. То есть регулировка данного агрегата происходит тоже централизованно. Также вы пришли, одним рычагом подкрутили, все поднялось, все стало. То есть вы, я так понимаю, ну, минимально времени тратите для настройки данного агрегата. Что можно сказать? То есть это предприятие первое в Украине, которое приобрело два данных агрегата, они им довольны его работой. Через некоторое время мы узнаем вообще, как, что у них поменялось при работе с данными агрегатами, и вам расскажем. По поводу качества подбора. Вот сейчас переворачивали массу. Посмотрите, насколько она вся целая осталась. Ничего, в принципе, не перебито. Подборщик очень аккуратно все поднял. А теперь посмотрите после него, как у нас получается. То есть растительные остатки выравниваются, ровненькие стоят. Никто ничего не забивает, ничего не ломает. То есть граблями это было бы все, скажем, побито, поломано. Было бы поднято вот земля, песок, грязь. Все вот это, все, что осталось, даже вот такие вот вещи. То есть то оно нам не надо. То есть подборщик данного агрегата с возможностью разбрасывания налево-направо и в центральные волки образовать, это просто идеальная технология, которую предлагает компания Кун. Вы видите поле, вы видите массу, которая аккуратно сейчас перевернута. Ну, реально классно получается. Мы видим четкое поле, когда прошла косилочка. Вот оно чистое, все хорошо. Просто супер. Ну что, мы рассмотрели данный агрегат. Merge Max 950, ленточный волкообразователь, который может складывать так, как в середину нам, может по бокам, может переворачивать. На видео вы увидите, как он это делает. Мы можем посмотреть, насколько он удобный и компактный. То есть его сложили, мы вот ехали, будет видео, как он передвигался. То есть все отлично, все супер. То есть для транспортировки данный агрегат просто отличный. По настройкам данный агрегат настраивается тоже очень легко. Мы видели интервью, и как человек объяснял и рассказывал, как настолько это ему легко делать. Если вас заинтересовала данная машина, вы можете обращаться к дилерам и приобретать данный агрегат.